Итак, всем привет, с вами Бабгай, мы продолжаем играть за Синдикат Америки. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем заниматься полной шизофренией. Точнее, делать абсолютно нормальные вещи. И что именно я хочу сделать? У нас же пути сломались, поэтому мы себе сами выбьем путь. И чтобы у нас открылись вот эти пути, а нам именно они нужны, нам нужно дойти до Народного Сената. И чтобы починить наши пути, придется воспользоваться консолью, но я в принципе и не против. Я думаю, мы не дойдем сразу вот до сюда, а пройдем по вот этим фокусам как раз-таки. Возьмем все, чтобы наверняка ничего не сломалось. По идее, все эти модификаторы должны будут быть почищены. Скорее, переименовали социальный технат Америки, но это допустим. И Народный Сенат. Мы делаем это, должно стриггерить, скорее всего, еще кучу ивентов параллельно. Но самое главное, ивент на приход этих ребят к власти. Поехали. Нас тут осуждают, говорят, что у нас дегенеративное рабочее государство, ну, конечно же, с ним разберутся. Ну и теперь мы ждем, собственно говоря, этих вот событий после Народного Сената. Кстати говоря, мы в теории могли бы взять еще себе седьмую ячейку исследований и под конец еще восьмую. Ну, конечно, очевидно, что вот это будет где-то, не знаю, в 50-м году, потому что, ну, все идет супер медленно, так что немножко будем ускорять. Но ждем ивента, еще один год, как я и говорил. Господи, какие же это длинные пути, на самом деле, я ожидал, что все будет намного быстрее. Ну и в Европе продолжаем воевать, что нам еще остается. А также перебрасываем всю нашу армию из Северной Америки в как раз таки Европу. Начинаются разные вещи, рабочие, как мы себя назовем? Социальные технаты Америки, пускай так и остается, наверное, я. Либералы, перейдем в класс гамма. Допустим. Исчезает еще какой-то лидер. Нам не интересно, нам побыстрее бы ивенты на смену власти. И да, нам тут накидало ивентов от того, что мы так быстро все прошли. Давайте суд над офицерами. Давайте расширить возможности всех перечисленных, да? Далее, критикует милитаризм. Какой назойливый, реально. Энергоучет. Перейти к энергоучету. Звучит очень интересно. Давайте так и сделаем. Плюс куча ресурсов, плюс минус ТНП. Минус скорость строительства, но зато плюс еще куча сверху эффективности производства, еще минус ресурс на продажу. Да, берем. Теперь мы будем считать цены по тому, сколько реально затрачено энергии на все это. Звучит очень прогрессивно. Так, еще теперь наш флаг. Тут еще Эрл Праудер. Да. Так, факел и молот. Давайте факел и молот, не знаю. Пускай будет так. Итак, капиталистические шпионы тоже... Давайте-ка всех искореняем. Вопрос у меня... Господи, материал. Давайте арестуем их уже. Это вроде не оно, но допустим. Нам нужен ивент. Господи, как же замудрили с этим путем? Абсолютно не очевидно. Гайд еще. Возможно, на английском он уже получше. Но тогда давали бы на английском, господи. Но в общем-то... Нас интересует только Лавстоун, значит, вот это все, это все-таки такие второстепенные ивентики. Лица выбирать можно в теории что угодно. Женские вспомогательные войска звучит как прекрасная идея. Полицейские силы. Давайте напрямую к комитету. Арест Фостера. Кто-то перестал быть генералом, мы его не использовали, ладно. Итак, Фостера... Фостер умирает со смертью предателя, но, по-моему, у меня тут Фостера, в принципе, плевать, что там с ним. Нас интересует все совсем другое. Здесь я делаю что? Просто, наверное, вот эти фокусы, чтобы дойти до сюда. Хотя, вообще никакие фокусы уже не нужны. Кроме политических, которые закрыты. Так, у нас тут еще один винтик соглашения с коммунами. Наверное, национализация. Чуть как что-то, да, нужное. Мы должны вести 16-часовую рабочую неделю. Сначала подумал, что день, но и типа думал, ничего себе, они сумасшедшие. Но нет, это неделю. 40-часовой. Эффекты выходных. Звучит очень страшно. Что это даст нам? Прирост населения. Ага. Очень много эффективности нам порежет в целом. Ну вообще да, почему бы нет? Мы же прогрессивная технократия. Так, пример... Надо назначить их на передовые позиции, я думаю. Давайте, да.
Я не знаю, кто это переводил, но вопрос хороший. Военный синдикализм, так. Ага. И общественное сознание до такой степени, что он не дисциплинирован, наоборот, оживлял нашу страну. Так, подождите. А, военный синдикализм. Минус политика, плюс ресурсы 20%, минус объем. Слушайте, ну по бафам мне-то оно устраивает. Любопытный вариант ответа. Короче, да, ребята, я разблокировал какую-то шизу. Мне теперь ивенты смешные приходят. А, что это такое? Герой. А, пускай он остается там, где есть. Мне впадло считать. Сказал председатель ЦК, как говорится, Коммунистической партии Американского того Союза. Экспериментальным войскам мы можем все добавить. Прямой отряд для буйных заключенных. Столько заключен, сколько им нужно. А, мы типа, видите, можете дать баф. Да, давайте вот этот вот. Темп исследования и штурмовая атака, почему нет? Усилить железные бригады. Были успешными. Да. Почему нет? И наконец-таки плавстолонок пришел ивент. Нам нужно не усилять за ним наблюдение. А у меня на автоплане дивизии нашли вот в эту провинцию, и там и остались. Это гении. А Роберт Шарн Аллен просто гений тактики, видимо, или что, я не знаю, но он решил завести всю армию вот в эту провинцию. Ладно, это был тактический мув, чтобы зайти в туза немцев, которые зайдут нам в туза. Не все понимают гениев, но да. Так, еще кое-какой винтик про железную бригаду. А, намного храбрее солдат делает. Давайте одобрить. А здесь я решаю немножко отойти на какие-то позиции более уверенные. О, Лавстон пришел. Как обычно, пропустили ивент, но вы его, может быть, на супер маленькой скорости успеете прочитать. Я же упустил это прекрасное творение шизофрения автора. Так вот, отойдем, потому что ну, нам не хватает этих 20 уже 3 дивизий, чтобы пушить уверенно. Надо все-таки с запада будет дойти. Так вот еще какого-то Денис уйдет на пенсию. У нас теперь же блокировали, слава богу, новые фокусы, верно? Да, окончательная революция. Поехали. Ну и тут, блин, тут все еще по 35 дней, господи. Я вам отвечаю, если это реально делать все вот так вот последовательно, то мы закончим эти фокусы только к 50-му, что просто отвратительно. Так, огнеметы, смотрите-ка. Да, почему нет? Экспериментальная войска, темп исследований, да. Так, новый ивент. Нам нужно прикончить скота, но потом не устраивать на него засаду. Так, ряд министров и чатов больше не появлялись. Ага, они поддержали Браудера. У них отпуск. Ну да. У них у 100 человек произошел отпуск. Возможно, железные бригады, они решили посмотреть, да, в свое, так сказать, свободное время. Итак, но при этом Скотт выжил. Все как и должно быть. И вот теперь надо отпустить Скотта и не уничтожать его. Кстати говоря, произошло падение Москвы, пока мы... Кстати говоря, это как будто мы, знаете, как во Второй мировой войне, если бы союзники договорились, с Германией, да? Ну, Германия же пробовала как-то выйти на сепаратный мир сюда, чтобы продолжать воевать с Советским Союзом. Вот примерно так. Мы пока не атакуем, а они пока идут в Россию. Правда, ненадолго. Правда, мы уже готовы восстановить наступление, и в принципе вообще уже и пора. Ну, с помощью нашей авиации они просто, конечно же, разрушаются. Ну, все их дивизии разрушаются моментально. Пока мы сдерживаем Россию там, на Дальнем Востоке, ну, скорее даже где-то на Урале, здесь Германия будет сейчас падать, и после чего мы уже сами начнем атаковать Россию с Запада. И вот оно. Было большой ошибкой. Теперь Скотт штурмует столицу, и... У нас теперь технократический совет. Так, я правильно понимаю, что да, это теперь отменить можно? И мы входим, наконец-таки, в эти фокусы. Прекрасное восхождение технократии. Господи, как же это было долго. Это мы еще ускоряли очень сильно процесс. Ну вот, игра Хриспакта. И мы теперь можем себе что-то забрать, но по факту мы себе забирать будем, наверное, только какие-то, не знаю, острова, потому что, ну, не совсем камильфо именно нам брать что-то кроме этого. Ну как, мы поделили мир. Теперь продолжаем наступать уже на Австрию, а далее будет и Россия. Россия сейчас немножко положение, наверное, здесь ослабится, хотя, видите, территории передались нам.
Так что не совсем прямо слабится, но чуть-чуть станет проще. Но это относительно. И пока на западе мы пушим, здесь я как играюсь с русскими войсками, чтобы они не смогли нас окружить, не смогли как-то прорваться. Вот здесь вот такой микропрорыв, но мы с ним разбираемся сразу же. И у нас здесь вот выбор. Можем пойти в лоба, можем пойти сюда. И я думал сюда пойти, но нет. Я почитал, мне вот это больше нравится. Мы переходим к полноценной технократии. Расчеты энергоресурсов, кстати говоря, у нас в принципе оно уже и было. Технократический график работы, промышленность, культ скота, но это мы пропустим. У нас тут комитет по технократии, тут вон, примеры для подражания. В общем-то, наша мечта, как говорится. У меня есть мечта, как говорится, и мы к ней будем сейчас идти. Начнем мы, конечно же, с посвящения масс в технократическую идеологию. А вот и мы привносим мирный атом, как говорится, в мирные США. Ничего точно немирного с ним происходить не будет. Забавный факт, я думал, это уйдет, но нет. Экономическая политика Бернхэма все еще остается. Я реально думал, что она пропадет, потому что, ну, было бы очень логично. Итак, мы расскажем, что такое технократия, что это такое, да. Теперь люди все будут знать. Идея учета энергоресурсов, а у нас, ну что, пропал или... А, да, он у нас пропал, реально. Конечно же, мы его возвращаем. У нас все будет учтено, и цены должны определяться из того, сколько энергии требуется для производства конкретных товаров. Да, идея достаточно любопытная. А вот и Австрия капитулировала, и мы их всех забираем. Думаю, ладно, так и быть, я сам их замаринечу. Не буду, так сказать, эту ношу возлагать на интернационал. А тем временем, кстати говоря, объявила войну Талия и Фиумы. Смотрите. Короче говоря, да, вот сюда нам придется сейчас отправить армию, чтобы с этим всем разобраться. Да, в фильме, все верно. Итак, теперь у нас технократический график работы. 24 часа 7 дней в неделю. Ага. Ага. 4 дня подряд по 4 часа в день. После чего отдыхать 3 дня. Это звучит страшно, а вот это звучит клево, ребята. Смотрите-ка, эффективно разбиваем группу вот так вот, видите, по 4 дня. И по 3, в итоге вы 4 всего лишь дня работаете по 4 всего часа, отдыхаете 3 полных дня потом. Жесть. Ребята, чтоб все так жили. Ну, здесь вот разбили мы фильмы, сейчас добиваем Италию. Тут еще с юга к ним высаживается внезапно Антанта. Как вы помните, мы все еще воюем с Антантой, но, похоже, еще недолго. Тут уже их добивает Каирский пакт. Забавная ситуация. И тут такие судьбы вылазят, что вот так, типа оккупация. Я так понимаю, так, Чехословакия, да. Я пропустил судьбу Австрии, к сожалению. Но в целом, вроде как, в остальном, более-менее. Итак, мы сделали новый наш технократический график работы. 10 темпов исследований. Господи, у нас темп исследований уже 55, ребята. Это представляете? А примирение с такие... Беломиты, первоначальная идеология. Угу. Допустим, ну давайте пойдем вот сюда. Уничтожение ложных технократов. Кстати, вот ребята, они были ложными, да, все правильно. И мы должны отправить их под суд. Мы должны создать идеальное технократическое общество, и им не место в нем. И вот судьба правых технократов. Допустим, не знаю. Я не знаю, что было последним, но пускай это будет последний. Бернхам присоединится к Маунт... О, господи. Это просто глупо, да. Итак, ложных технократов мы уничтожили. Смотрите-ка, эволюция партийной политики. Замена бесполезных партизанских политиков. Отлично. Мы преодолеем рамки фракционности. Создав технократическую политическую систему, назначение ученых и инженеров, которым не интересна эта партийность и политические пристрастия. Отлично. Скорость средства военных заводов плюс и объем производства. По факту без разницы, но нормально. Ну и тут уже скоро придет конец и Россия. Тут осталось совсем чуть-чуть до капитуляции. Хотя мы, казалось бы, много чего уже взяли. Единственное, вот здесь вот червячка пустили они. Очень неприятного, но вроде мы с этим тоже сейчас справимся. А попытка открыть огонь из пистолета Стен.
Какой ужас. Да здравствует командующий. Кроме того, я решил немножечко ускорить фокусы, которые не сильно интересны, но и винтики, и текст интересных вещей я вам, конечно же, покажу. Преступник человек с инстинктами хищника, не имеющий достаточно капитала для создания корпорации. Кому нужны бизнесмены? Они всего лишь пиявки. Да. Мы их меняем на инженеров, ученых, теоретиков, техников, статистов и других трудолюбивых рабочих. Поехали. Так, после реакция на террористический акт. Угу. Ну и сообщники. Надо его сломать, конечно же. Нужно разобраться. Мы боремся с вот этим вот грязью без малейшего сожаления каких-то моральных комплексов. Мы выше моральных комплексов, мы технократы. Итак, он не появлялся, но он жив, его с... Ага. Крепость. Изолировать Белый дом. Ага, ага. Давайте, короче говоря, что мы возьмем? Наверное, последний вариант, да? Тут, смотрите, есть Белый дом, есть Касл, вон какой-то еще. Я думаю, надо два верхних этажей Empire State Building взять. Тут есть разные варианты флага, не знаю, попробуем давайте вот этот. Ну да, пойдет. Так, пример для подражания. Смотрите, как группа менеджеров. А, так это уже мы видели этот ивент. Когда мы проходили прошлые фокусы. На передовой позиции, конечно же. И вот Россия наконец-таки пала. Но у нас так много варскора, прям тон. А, ну нам передавались, наверное, наших. Смотрите-ка, а где варскор? А, так интернационал, походу, вообще и не воевал. Мы интернационал, походу, и не призывали. Блин, реально. Да, вот так. И у нас остаются врагами лишь бывшие члены Рейхспакта, Антанты и еще несколько мелких каких-то государств непонятных. Давайте пройдемся по последним фокусам побыстрее. Не буду я уже прям их сильно ждать. Итак, мы создаем комитет по технократии. Угу. Они будут строить первый в мире работающий технат. Поехали. Далее. Замена показателей себестоимости. Угу. Идея энергетического учета дальше. Деньги должны быть уничтожены, заменены энергетическими кредитами и энергетическими сертификатами. Сумму энергии, необходимую для производства товаров, можно выделить равную долю производственных мощностей для каждого гражданина. В общем, мы будем распределять как бы энергию на людей, в зависимости от того, сколько чего они делают, и потом они за эту энергию будут покупать все. И может быть заменено компьютерной системой учета. Кайф, кайф. Это истинный путь к достижению утопии. Так и есть. Так, здравствует Говард Скотт. Да, Скотт все поднял. Сейчас там будет еще речь главного директора. Давайте дождемся. Итак, вот оно. Стандартная речь. В текущих целях успехах. Неловкий припадок. Пустал, заикался, потел, как нервная развалина. Ну да, да. Ритма маловато для выступлений. Его вырвало в туалете за кулисами. Тоже публичное выступление не его сильная сторона. Это правда, но зато он смог создать такую страну. Так, теперь мы будем называться Технат Северной Америки. У нас еще раз меняется флаг, господи. И мечта... Блин. Мечта, чтобы исполнилось, надо позахватывать тут все. Но мы в альянсе, потому что мы как бы вместе все. Мегаполисы начинают достигать небес. Возможно, смена директора. Покажите мне ваш диплом. Смотрите-ка... Ага, он самопровозглашенный эксперт в разных категориях, но не мог предъявить вещественные доказательства. Неужели он фальшивый ученый? И несмотря на то, что этих нет доказательств, но ему предоставили какие-то тесты, он смог их пройти с блеском, и о нем сказали. Верно, возможно, смена директора. Ну-ка, смотрите-ка. Ему не хватает харизматичности. Да, да. Ага, М-Кинг нашим новым лицом. Геймер с нашим новым лицом. Звучит нормально. И теперь у нас в власти остается OpenGamer как раз под развитие ядерных технологий. Через годика не закончится. Как раз под руководителем нашего нового публичного лица. А если что, этот фокус дает стабильность неделю плюс 10. А, классный фокус. Давайте-ка посчитаем, что там будет делать. Так, порядок интересно. Вообще неинтересно, нет. Итак, в процессе современности пришли наши бригады, это их сильно изменило. Мечта наконец-таки реализована. Процветает истинный социализм. Изобилие энергии и ресурсов. Мы должны радоваться, мы спасены.
Поздравляемся и начнем работать сообща под руководством технократических советов, чтобы прийти туда, куда еще не ступала нога человека, потому что мы создаем величайшее государство, которое когда-либо видел мир. Поехали. И мы ее исполняем. Так, достижение технократии. У нас еще один винтик успел выскочить, пока я тут судьбы решаю стран. И всю Северную Америку наглядывает. Ага, ага. Весь мир должен быть объединен в нашем технократическом эксперименте. Я понял. Можно, короче говоря, против всех стран получить нацтерритории. Либо только, я так понимаю, в Северной Америке. Не очень понятно, как будто оба варианта это весь мир. Но нет, нет, нет. Мы, конечно, уже ВЦ делать не будем. Это было бы уже слишком скучно. Тем более, что мы тут ускорили все фокусы. Что я могу сказать, ребят, на этом мы, наверное, и закончим. Прохождение получилось таким сумбурненьким, потому что фокусы взяли просто и сломались в один момент. Пришлось нам их вручную как бы проходить. Очень плохие гайды в этом пути. Может, это так только на русском. Они просто были обновлены в игре, но не обновлены вот здесь вот в описании, остались старые. Не знаю, хороший вопрос. Ну, вообще, получилось смешно. Мы, кажется, все равно привели себе опенгеймера к власти, это забавно. И, в принципе, тут построили прекрасную технократическую мечту. Давай обязательно постройте по лайку и по комментарию под видео. Не забудьте про Дискорд и про Твич. И до скорых встреч. Пока.